Профориентация вместо уроков. Учащиеся 8 класса 36 гимназии посетили производство лакокрасочных материалов. Компания «Раумпрофи» регулярно проводит экскурсии по своим цехам. Задача – не только познакомить ребят с региональной промышленностью, но и предложить работу в будущем. Чтобы понять специфику производства, одного рассказа недостаточно. Ребята увидят небольшую презентацию предприятия, также попробуют свои возможности в плане колористики. Это придание краскам определенного цвета. Да. Они попробуют сами колеровать тот цвет, который они захотят, попробуют смешивать различные пасты. Компания поставляет лакокрасочные материалы для крупного и среднего бизнеса. В числе клиентов – Ивановский автокран и Вологодская Северсталь. На рынке востребованы произведенные здесь антивандальные лаки. Это покрытие защищает от хулиганских граффити. Прежде чем отправить партию заказчику, продукцию проверяют в покрасочной камере. На этом участке происходит контроль лакокрасочной промышленности на внешний вид. Вот. Мы наносим там определенные толщины на стекание и наносим образцы на цвет для колористов, вот, для того, чтобы понять, насколько цвет одной партии отличается от другой партии. Техника безопасности здесь превыше всего, особенно когда проходят экскурсии. Входить в камеру без защитного респиратора и очков строго запрещено. На сегодняшний момент, если честно, особенно в промышленности и на производстве, наблюдается очень большой кадровый голод. Поэтому мы и озаботились этой проблемой, подготовкой будущих специалистов, которые, возможно, после окончания школы либо средних технических заведений придут работать к нам в производство. Здесь ребята могут пройти производственную практику и в будущем, получив техническую специальность, устроиться на работу, которая, что немаловажно, неплохо оплачивается. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.